А вот прикольно, мы сейчас покажем, как Карлуша воду пьет. Карлуша, на, сюда. Вот вода. Мы его к воде подводим. И он вот так вот ее пьет. Вот сам, сам пьет. Федя, пей воду, давай, давай. Разворачивайся, давай, давай. Давай, вот он ее пьет, клюет. Вот так, из крана прямо. Вот так вот воду пьет, да, да. Сейчас мы тебя поменяем, чтоб ты сел по-другому. Вот так, давай. Подвинься по-другому, вот так вот. Вот так воду пьет, вот, вот так воду пьет, вот так. Вот так он воду пьет у нас, да. Давай, вода течет, вот, и он купается сразу под ней. Вот так. Мы ему можем хвост намочить, крылья вот так. Сейчас мы его развернем. Карл, сейчас мы его развернем. Давай теперь вот так. Да. Вот так, вот так. Мы его вот так. Вот, мы его к воде подношу. Я его к воде подношу. Да, и он вот так воду пьет и купается. Вот. Под струей воды, да? Хорошо? Ой, ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, водичка, да? Ой. Ой, водичка. Вот так. Вот так вот. Это я сам придумал. Такого еще не было. Вот так. Я его подношу к воде. Она струей идет. И у него, видно, инстинкт срабатывает на воду. Что он вот так и пьет, и купается. Да? Да, вот так вот. Вот так. Вот так. И пьет, и купается. Да, можно вот так вот. Оп. Вот так. Вот так он, да. И покупался. Да, да, да. Да. Вот так. Вот так, хорошо. Сороки любят купаться. Да? Да? Ой, хорошо. Ой, молодец. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Полетел, полетел, полетел. Полетел. Вот такой у нас парень. Садись сюда. Вот так, вот так, вот такой. Вот такой у нас Федя, Фрося, Карл. Вот так. Да, и мы ему воду вот так открываем струей. И он в ней купается, да? Вот сейчас на руке уже сидит хорошо. О, ну, заёбнуло где-то. Пока Карл купался, у нас где-то ракета взорвалась, да? Да, вот так вот. Ну, давай, попей воды, попей еще, попей, покупайся. Вот так, вот так. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Карл, давай, давай, попей, покупайся. Вот так. Вот так, да, да, вот так, вот так. О, о, полетел вниз. Вот он у нас подгуляет по ванной и купается под водой, да? Вот можно направить струю. Такую легкую, легкую струю направить. И он будет под ней купаться. То есть не надо ему заливать в глотку. Этот самый, садись, садись. Вот, не надо ему заливать в глотку воду. А просто напротив воды ставим его. И он вот так вот пьет воду и купается. Вот такой прикол. Вот он у нас уже практически, практически ручной. Да, вот так. Спокойно садится на руку. Уже принял нас, меня за мамку, за папку. Уже все нормально. Разговаривает со мной, квакает. Да, с руки на руку ходит. Вот эти первые дни, вот я его вчера спас. Очень важно, и он будет тогда как бы с вами. Глаза голубые, видите, глаза голубые. Интеллекта до хрена, это Шурановый, все понимает. Вчера за ним коты гонялись, так он всю ночь когда спал, всю ночь крякал в ужасе, крякал, вякал, хрюкал. Убегал, убегал от котов ночью. Ну, так что вот такой вот у нас парень появился дополнительный. Ну, садись сюда, давай. Давай мы его посадим сюда. О-о. Вот оно, тут он нормально сидит уже. Никуда не убегает. Потихоньку его к руке приручаем. Его спасать надо было по-любому, иначе бы его съели коты. Это в лесу, да, в лесу бы он там по веткам прыгал, мать и отец его выкармливали бы еще месяц. А в городе все. На землю упал, все, одна ошибка. Допускаешь ошибку, все, съедают коты, собаки. Машина давит или люди. Или какие-то люди с воздушками стреляют по ним, в общем, такие. Да? Вот, все, всем привет. Это второе видео вот так у нас. Вот, третье видео. Федя, Фрося, Карл, начало. Предлагайте имя. В чате внизу пишите имя, предлагайте. Посмотрим, как он будет себя вести.
Предлагайте имя, имя еще вакантно. Мы сейчас так называем его в общем. Вот такой парень, где-то, ну, наверное, птенец где-то недели три ему, не больше.